Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале Совет Сантехника 7.1. И сегодняшнее видео посвящено такой тоже теме, как химическая подготовка воды для частного дома. Как сделать это все компактно, вот. Как можно, чтобы это меньше занимало места и было просто в обслуживании. Ну, а сейчас давайте посмотрим, что мы будем втыкать и куда мы будем втыкать. Так, ну, оставить будем вот такую вот компактную штуку для умягчения воды WaterBoss 900. Очень-очень хорошее компактное решение для частных домов, когда вам не наполнять бассейн. Вот, а для сантехники и для пользования обалденная вещь. Так, ну, оставить будем вот в это вот место, в разрыв между фильтрами. Тут приехали специалисты по скважинным насосам, влепили в насос скважину, один фильтр выкинули, поставили расширительный бачок. И, как видите, он себя прекрасно чувствует на пластиковых клипсах. То есть народ вообще не заморачивается. Бабки содрали и все заргут, блин. Сейчас это все будем переделывать. Перекидывать, перемещать. Сейчас приступим. Ну, вот так WaterBoss выглядит без упаковки. Очень компактная вещь, меньше стиральной машины, где-то в раза два. То есть, в любой котельной небольшой или на кухне легко ставится. Вот здесь у нас крышечка сверху. Пожалуйста, раз, засыпаем сюда соль, закрываем. Здесь у нас находится дисплей, выставляем все показатели, и она у вас работает, работает и работает. Вот такие пирожки с булочками. Ну вот, дорогие друзья, смонтировал WaterBoss 900 систему. Поставил фильтр перед WaterBoss, это синтетический картридж. И после WaterBoss уже в систему поставил угольный картридж. Засыпал соли. Вот солюшку. И поставил режим принудительной рекуперации, перед этим выставив настройки, максимальная очистка, но рекуперация по требованию, потому что в доме не живут, смысл рекуперацию делать по 3 раза на день, как бы не вижу. Вот такие вот говнячные пластиковые патрубки, блин, чё ж я тоже пластмассу не люблю, блин. Ну, прикрутил все. Все стоит, проливает. Здесь вот подсоединил вот дренажный шланг, увел его вот туда вот в канализацию, вон он, протащил. А перелив отправил отдельно в бутылочку. Почему отдельно, а не в канализацию? Потому что, чтобы не перли бактерии из канализации в саму систему. Вот такие вот пироги, он нам уже никогда не перельется. Вот, ну, посмотрите, друзья, внимательно на систему. И скажите мне, знатоки, что здесь неправильно. А здесь есть такая хрень. Ладно, всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал. Будем что-нибудь делать, тестить, снимать. Ставьте пальцы вверх, пальцы вниз. Вот, всегда рад вашему вниманию. Всем удачи, всем пока.